Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. Oh. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз. Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Київ, По інтерактив зі мною. Мої вітання усім, хто з нами на Київ? 98 вісім Київ інтерактів, традиційно з вами з понеділка до п'ятниці. У цей час ми говоримо на різні теми, зустрічаємося з різними дуже цікавими людьми, особливими ексклюзивними, те, що ви більше ніде не почуєте і не побачите. Власне, ви можете долучатися і до нашого ютуб каналу Київ 98 Вісімафам. Там у будь-який зручний для вас час ви можете переглядати наші відео. А якщо поставити ще й дзвіночок, то всі ті відео, які з'являються у Києвірак. Будуть з'являтися у вашому смартфоні чи ноутбуці. Власне, дуже красиві дівчата, у дуже красивому одязі, тендітні, за ними дуже приємно спостерігати, але тільки. Небагато людей знають, що стоять за цією красою, які виходять на палац. Власне, сьогодні у мене у гостях Ганна Різаддінова, олімпійська призерка з художньої гімнастики у Ріо, чемпіонка світу з художньої гімнастики. Вже мені приємно це казати, засновниця академії Ганни Різадінової з художньої гімнастики. Ми з тобою знайомі. Привіт. Не один рік, і я то знаю, що стоїть yeah. за тими красивими тендітними дівчатками, які виходять для виступу. Власне, якщо, знаєш, модно, як американці скажуть, якщо по шкалі від 1 до 10, наскільки складна художня гімнастика? Uh, Добрий день, безумна рада знову віддіти. Uh, приємні воспоминання. Хочу почати немножечко отойти від от художньої гімнастики і хочу поблагодарить за свой украинский язык, потому что именно благодаря вот вам у меня появилась речь, которой у меня абсолютно не было. И я девочка из Крыма, у которой была, в принципе, украинская мова только один раз в неделю, то есть абсолютно не разговаривающий человек на родном языке, заговорил. То есть все возможно, я пример тому, что да, все возможно, если захотеть и найти правильного наставника. Теперь перейдем ближе к делу. А художественная гимнастика, на первый взгляд, действительно очень такой легкий, грациозный вид спорта. Многие думают, что вот что там, что там вообще гимнастки делают, одни какие-то махи ногами, ленточка. Вообще это не вид спорта, он незаконно даже в олимпийской программе. Но те, кто присутствовали на тренировках у художниц, те, конечно же, абсолютно с этим не согласны, потому что мы тренируемся порой даже, вы не поверите, но больше боксеров, борцов, тяжелоатлетов. Потому что у нас по две тренировки в день. Да, вы можете не поверить, опять же, но вот эти вот юные, худенькие девочки выдерживают нагрузку с 9 утра до 2 часов дня. Это первая тренировка, час перерыв где мы успеваем что-то перекусить, там, прочитать какую-то книгу. И вторая тренировка до 7-8 вечера. Выходной день воскресенье, и то не всегда. Если подготовка к соревнованиям, то мы работаем и воскресенье. Отпуск — это не у гимнасток, худ... именно художниц, потому что мы быстро выходим из формы. То есть даже... Тобто выходит, что если очень много там, спортсменов скажут, после Олимпиады або после свиту я поеду на два Сыжнику, то есть там на море, океаны, это не про художественную нет, нет это, это не про нас, потому что даже вот за один выходной день, воскресенье, мы выходим из формы. А, понедельник для нас всех был всегда тяжелый день, потому что это плюс килограмм сразу, потому что наше тело, наш организм привык находиться вот в постоянном вот этом бешеном ритме, то есть мы за тренировочный день сбрасывали по полтора килограмма. Поэтому выходной день у организма стресс, что происходит, и у нас плюс этот килограмм набирался. Мы выходили из формы, то есть даже за одно воскресенье, приведу пример, уже тяжелее садиться было на растяжку в понедельник. Уже ты чувствуешь, что как-то туговато идут мышцы. А представьте, если гимнастка отдохнет неделю, либо две, это полный выход из формы. И потом начинать Просто ну, настільки складно, що ми навіть не віддихали. Дуже часто, коли пишуть щось про художніх гімнасток, завжди говорять про їхню вагу. Я знаю, що у балерин навіть таблички були залежно від зросту, залежно від віку, яка вага має бути. У художниць теж є такі таблички. А у нас есть график веса. Это такая тетрадь, где прописаны все фамилии, имена гимнасток в сборной команде Украины, там от юниорок до сеньорок до взрослых. И взвешивание 4 раза в день у нас было. То есть перед тренировкой первой. А после первой тренировки проверить, сколько ты сбросил, а перед второй тренировкой посмотреть, сколько ты набрал за этот час, и после второй тренировки. Тобто, на самом деле, у тебя даже нету шанса шансу набрати вес. А, вечером ти приходиш, наїдаєшся, опять же, у тебе утро плюс 700 грам, і це вже вважалось плохо. Тобто в ідеалі, наша норма була набрать набрати вот за вечір 300 грам. До речі, щодо допінгу, про який найчастіше говорять у професійному все ж таки спорті, але так чи інакше, що за спортсменка, яка не хоче бути олімпійською призеркою або олімпійською переможницею, чи можливий допінг у художній гімнастиці? Тому що особисто для мене така пахота на 7-8 годин щодня, це, це вже не про допінг? На самом деле, гімнастам так такого допінг не нужен, потому що, в принципі, нам хватает своих своїх ресурсів, своїх чтобы щоб видержати нагрузку. А, но Конечно, были такие случаи, причем эти случаи были именно у гимнасток из России. Алину Кабаеву, Ирину Чащину поймали на допинге из-за фора Это тогда, когда они позбились олимпийской медали? Да, да. То есть они были дисквалифицированы, по-моему, на 4 года. То есть это был строжайший, строжайший допинг. Конечно, там Россия подавала, подавала массу протестов, но от факта ты никуда не уйдешь. Фуросемид это такой препарат мочегонный, то есть он выводит жидкость из организма. Я так понимаю, что таким способом они хотели похудеть. Но, естественно, их на этом препарате словили. Были такие случаи, когда из-за капель в нос также девчонок ловили за допинг. Поэтому вот я, когда готовилась к Олимпиаде, я, конечно, советовалась с врачом нашим, который был в сборной, то есть даже витамины я вот все хотела, чтобы вот он контролировал, потому что на самом деле можно попасться на том препарате, о котором ты даже ну, не подозреваешь, что это допинг. І це все приходить тоді, коли гімнастка із юніорок виростає в суніорки, відправляється на різного дуже високого щабля змагання. Але ми почнемо спочатку, як все відбувається і чому запитують наші слухачі до художньої гімнастики, не беруть хлопчиків. Ну зараз дуже розпространений случай, коли художньою гімнастикою займаються мальчики. особенное вот такое движение развито в испании в латинской америке вот в бразилии в мексике прям там 50 на 50 мальчишек и девчонок и на них там не, не показывают пальцем о смотри это мальчик то есть они абсолютно уже к этому адаптировались и нормально относятся у нас, конечно, но ну, я не знаю, когда вот наши страны придут вот, э, скажем так, к такому явлению мальчики в художественной гимнастике, то есть для нас мальчики там, например, в трико, в комбинезоне, да, это, это уже очень странно, хотя в, в то же время в балете мы же наблюдаем на мужчин, да, в том же трико, ну вот с художественной гимнастикой это как-то не вяжется, и, наверное, нужно, чтобы прошло какое-то определенное время. к что я напоминаю о художнике гимнастика, она пришла с бал. Эту, так. Да, 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 именно станция. То есть Айсидура Дункана выступала э, с шарфом, и потом этот шарф превратился в ленту. То есть в принципе наш вид спорта, он зарождался именно станция с хореографией, вот с балета, а потом уже перерос, конечно, уже в такой цирковой более вид спорта, где нужно делать акробатики, жонглировать и так далее. Ну, в общем, я думаю, что мы придем к тому, что и мальчишки будут заниматься. А в целом, с чего начинается художественная гимнастика? Первый год это скорее игровая форма, чтобы завлечь девчонок, потому что если мы в первый месяц, когда пришла, например, пятилетняя девочка, мы сразу посадим ее на шпагат, сразу поставим на мостик, то бедный ребенок испугается, я это знаю по личному опыту, и просто убежит и никогда не, не вернется в зал. С какого вику краще привести девчонку до спортивной зала на художественную гимнастику? Абсолютно индивидуально, то есть вообще по правилам гимнастка должна в Украине начинать с 5 лет. Но из-за того, что гимнастика художественная, как и фигурное катание, развивается настолько быстро, что в 5 лет дети уже... Я вот, например, начала в 5 лет, а сейчас дети в 5 лет уже... Выступают на соревнованиях со скакалкой, обручем и мечом. То есть очень быстро развивается гимнастика. Из-за того, что и тренеры, и родители боятся не успеть опоздать, начинаем тренировать детей с трех лет. То есть, 3, вот с трех лет, с трех до четырех это считается сугубо игровая форма, когда тренер играет, но при этом уже ребенок получает спортивные навыки, да, уже он учится дисциплине, уже учится коммуникации в коллективе, уже делаем какие-то первые движения гимнастические, да, там пытаемся сесть на шпагатик, но это все в легкой форме. Далее уже с 4 до 5 уже потихонечку начинается настоящая гимнастика, да, где тренер уже может потребовать выполнить какой-то элемент, да, Uh, то есть уже нужно учиться тянуть носочек, uh, а не поднимать ножку так, как хочется. То есть там уже начинаются требования. Ну из пяти уже идет профессиональная гимнастика. У нас так не было. То есть у нас профессиональная гимнастика начиналась ну, лет с девяти, с десяти. Сейчас пять это уже соревнуются дети вовсю, и уже родители спрашивают, как, получится из нас что-то или не получится. А, до речи, от справа, выйдет или не выйдет? Чи можно сказать по дитині? Очень сложно сказать, практически невозможно, и я сразу отрезаю э, этот вопрос, то есть я на него не отвечаю, потому что я привожу свой пример. Я тренировалась с 5 лет, занималась художественной гимнастикой. И я не понимала ни в 10, ни в 15, ни даже в 20. То есть, вот я в 20 лет не знала, получится из меня что-то или нет. Хотя я уже прошла чемпионат Европы юниорский, я прошла множество чемпионатов мира. Но у меня были 18-19 места, соответственно, ну ничего из меня не получалось. А в 20 лет я вот села и задумалась, а вообще стоит ли мне продолжать. То есть я не знала, потому что не идет. Поэтому как можно в 6-7 лет определить, получится из ребенка или нет. А, иногда, вернее, даже зачастую бывает так, что знаете, вот есть такая фраза, я ее не сильно люблю, но она действительно вот соответствует детям, когда из гадкого утенка э, гимнастка превращается в настоящего лебедя, то есть зачастую, э, когда ребенок вот в маленьком возрасте тренер не, даже не может поверить в то, что из этого ребенка что-то получится, но потом постепенно этот ребенок с характером, с упорством, с трудолюбием и там через 7 лет этот ребенок вытворяет такие вещи, что тренер думает, почему я раньше этого не видел. А бывает, приходят невероятно талантливые дети, невероятно. То есть там растяжка, гибкость, все от природы. То есть не надо мучиться, растягиваться дома. от природы все дано ребенку красивые длинные ноги худая длинная но как правило почему то есть такая закономерность что из таких красоток ничего не получается вот не получается вот самая талантливая из которой получилось это пожалуй была Анна бессона вот она действительно была и талантливая и красивая и безумно трудолюбивая вот А, 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 это редкость. то есть, вот я вважаю, що Аня — це просто такой последний з магикан. Ну звісно, я не можу тебе не запитати mm -hmm. про цьогорічну олімпійську чемпіонку. Про Ліною Шрам. Яка вона? Я чесно кажучи, про неї тривалий час не чула. Я не чула, mm -hmm. щоб вона там була зіркою на п'єдесталі художньої гімнастики. Ну от якраз таки Ліною Шрам, гімнастка із из Ізраїлю, олімпійська чемпіонка Олімпіади в Токіо. она показатель того, что тенденция вот этих красоток, она вообще поменялась. То есть если в, там в 90-х, э, например, Тимошенко Александра, олимпийская чемпионка, Екатерина Серебрянская, ну это были, знаете, вот можно было с гимнастики ему ходить дальше в модели, потому что это был рост под метр восемьдесят, длинные ноги, амплитуда, растяжка то сейчас пьедестал олимпийский — это все девчонки ниже метр семьдесят, абсолютно не обладающие чем-то выдающимся, но безумно упорные и безумно трудолюбивые. Леной Шрам, честно, я ее фанатка. А, многие не воспринимают эту гимнастку потому что действительно она ну, не сильно красивая не сильно грациозная, как это привыкли до да? всегда видеть в художественной гимнастике иногда включают наш вид спорта просто чтобы получить эстетическое наслаждение а тут вроде бы лучшая гимнастка планеты и, ну как-то и не совсем она прям викторию и... секретный весь да 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 идеальные параметры как это так а вот так она безумно трудолюбивая то есть она еще выступа она уже начинала выступать прогрессировать когда еще я вот выступала, готовилась крио, и я просто наблюдала, как она работает. То есть, например, закончились соревнования, там чемпионат мира, все собрали вещи и пошли себе отдыхать, а она с тренером оставалась и все дорабатывала. Вот, причем зачем? Ну, уже соревнования закончились, домой приедешь, доработаешь. Она оставалась в зале и дорабатывала все четыре упражнения. И я тогда для себя уже отметила да, ребята, из нее что-то будет. Вот вы все говорите, там она кривая, ноги короткие, некрасивая, толстая, а вот из нее что-то будет. И она это доказала. Плюс, конечно, в нашем виде спорта, Uh, ну, такой переворот произошел, потому что с 96 -го года выигрывали Олимпиаду сугубо российские гимнастки. То есть мы уже настолько к этому привыкли, что даже я ехала на Олимпиаду в Рио, и я понимала, первая, вторая Россия, то есть это уже было как вот, ну, как норма, как бы первая, вторая Россия, мне вот главное за бронзу, там вот еще 10 человек претендент, так мне главное за эту бронзу побороться. И, конечно, то, что совершила Линой, но тут дело еще не только влиной, тут кто-то что-то сверху решил поменять в этой системе, которая работала да, там, десятилетиями. То есть тут какая-то вот смена произошла именно в, скажем так, верхушке художественной гимнастики, потому что, в принципе, Леной не первая гимнастка, которая лучше россиянок, и Бессонова была гораздо лучше россиянок, но тем не менее. Но первая кто за сколько, 25 лет встал да. на пьедестал первый мест. Да. До речи, ты сказала про кумырев. Че повинни у маленькой художницы бути Кумир? Однозначно, это сейчас большая проблема, вот, например, я в своей академии задаю детям вопрос, вот, вы знаете, кто такая Наталья Годункова, вы знаете, кто такая, ну, Бессонову вот еще знают, вот Кабаеву, Бессонову знают, вот уже дальше, 92-й год, Тимошенко, Скалдину, Серебрянскую, Витриченко дети не знают. И я, я помню, остановила тренировку, отправила всех домой, детей, и сказала чтобы на понедельник все выписали и выучили наизусть всех олимпийских призеров хотя бы нашей страны, там не так много, 6 человек, которые выигрывали медаль на Олимпийских играх. И они мне все рассказали, все четко. Теперь у меня дети знают, но это большая проблема. То есть, как дети могут сами развиваться, если они не понимают, к чему стремиться? У меня был кумир Анна Бессонова. Я восхищалась и многими гимнастками, именно трудолюбивыми. И, конечно, я вот даю задание прямо вот там, посмотри, как Гадункоя выполняла три кувырка, потрясающе, то есть никто так в мире не выполняет, посмотри, как Бессона выполняла прыжки, там. посмотри, как я выполняла поворот, то есть дети должны учиться, у них должны быть кумиры, они должны а, стремиться к лучшему, к идеалу, а не так, что я звезда, я самая лучшая, ну, зачем мне вообще кого-то знать? Ось ти сказала, що десь з п'яти років починається така професійна спортивна пахота у дітей, які займаються художньою гімнастикою. Власне, як їх мотивувати? Ну, один день прийшла дитина до зали, там не вийшло, було боляче, дискомфортно. Окей, вдома якось там вмовили, поговорили. Другий раз, третій раз, на четвертий дитина категорично відмовляється, де брати маленькій дитині ось цю мотивацію. Ну… Мотивация это вообще самая большая проблема нынешнего поколения, потому что действительно все легко просто. Тикток, Инстаграм можно стать популярной, раскрученной, и более того, зарабатывать деньги уже там в 14-15 лет, если двигаться в этом направлении, раскручивать там свой YouTube канал и так далее. А дети не понимают, зачем им убиваться, пахать в зале с утра до вечера, заниматься художественной гимнастикой. Как, вот какой толк? Ну, то есть, ну хорошо, это олимпийская чемпионка, и что дальше? Ну, то есть, детям сейчас нужно доказать. Почему спорт это классно, помимо там, здоровья, да, помимо э, выработки характера, силы духа, да, там вот таких качеств, которые развивает спорт, то есть нужно им доказывать, почему. А, и, собственно, чем я и занимаюсь. То есть я не просто тренирую детей, да, чисто технически, а я хочу, чтобы у каждой из них были цели, а, чтобы у каждого из них была мотивация. Я задаю вопрос: для чего ты взаимо? Вот когда я вижу, приходит ребенок, и вот вот пусто в глазах. То есть вот я вижу, что ребенок не понимает, зачем он сюда ходит. Мама привела. Да, для меня это самое страшное. То есть я останавливаю тренировку, подзываю девочку и спрашиваю, для чего ты здесь? Я хочу стать олимпийской... Ну, то есть заученная фраза, да, я хочу стать олимпийской чемпионкой. А что для этого надо сделать? Есть масса роликов в YouTube, фильмов, как Бессонова, опять же, как я, добивались успеха. Открой, посмотри. чем люди жертвовали, на что люди шли, с переломами выступали. Ты знаешь, это вот работа должна быть семейная, это такой труд семейный. Я понимаю, что кто безумно... тренер як член семьи, родители должны больше тут помогать то есть у мне очень повезло у меня мама тренер папа также приучал меня к трудолюбию поэтому мне в этом плане было легче то есть меня такая была мотивация сумасшедшая я знала кем я хочу быть на кого похожий и а... Сейчас родители не объясняют, дома не прорабатывают с детьми. То есть они чисто привели, отвели, медаль молодец. А дома нужно вот с семьей садиться и вместо фильма или сериала вот, вот с семьей именно включать какие-то соревнования, любую олимпиаду. Сейчас все это доступно. И вот с семьей смотреть соревнования, развивать ребенка, то есть чтобы он знал чемпионок, чтобы смотрел чемпионок, чтобы читал книги. Сейчас масса книг о спортсменах в целом, о гимнастках тоже есть, то есть масса информации. То есть нужен вот этот интерес, именно вот семейный. Потому что когда просто ребенок приходит, уходит в зал, но он не понимает, зачем. До речи, что тебе не понравилось у подготовки тебе, как спортсменки, и что тебе удалось реализовать уже в своей академии? Ой, многие моменты поначалу, когда в 15 лет я переехала в Киев, это были ужасные условия. То есть я жила, как и все девчонки, вот приезжие именно в Киев, домашние мы назвали Киевские это домашние у нас были, им повезло, они крутые дома, и мама все готовит. А мы вот это были беженцы с разных областей, жили в спорт интернате, РВФК. метро лесная конечная станция метро слава Богу была одна прямая ветка дух ищатика мы тренировались в октябрьском дворце условия ну ты ужасный то есть в 10 был комендантский час то есть 10 вечера уже там все выключалось никаких электрических приборов то есть чай ты не можешь по попить там и так далее. Душ один на два этажа, тараканы, холод. Ну, в общем... Ну, такие все спартанские условия. Да, все это мы проходили. Конечно, было очень сложно. То есть я бы сейчас, ну, ну не желала бы там даже своему ребенку вот пройти такие условия. То есть тренироваться в холодном зале, когда ты на тренировку приходишь в перчатках, там в пяти носках, ну, это очень сложно. А спортивный психолог, мне его безумно не хватало, потому что родителей рядом нет, личная жизнь нет с кем советоваться куча как бы у тебя как раз такой подростковый возраст когда масса вопросов и нет ответов и вот с кем ну тренер это все равно тренер то есть у нас не было такого что тренер это друг это вот тренер такое вот вышепоставленное такое лицо начальник которого мы слушали но не дружили поэтому с кем советоваться если бы был спортивный психолог мне было бы гораздо легче это опять же то что я реализовала в своей академии то есть я нашла спортивного психолога, который периодически общается с детками. Если у кого-то какая-то проблема, например, панический страх выступать, у 99% детей страх выступать. Слушай, а почему они боятся? Нам завжди в взрослом возрасте кажется, что дети, они же такие безпосередние, они вообще ничего не боятся. Почему они боятся выступать? Малышки, кстати, вот лет 5-6, даже еще 7, не боятся. Но когда уже начинается более осознанный возраст, я просто была свидетелем на соревнованиях, когда ты выводишь детей, вот ребенок разминается, разминается, как только одевает выступательный костюм, то есть чувствует, что вот уже старт приближается. Страх просто сковывает человека, начинается, кто-то начинает в истерик, то есть на ровном месте, просто ребенок начинает плакать, ты не можешь успокоить, то есть в этот момент просто хочется подойти, потрясти ребенка или холодной водой облить, потому что вот страх, вот этот страх, он доводит до такого состояния, что ребенок не контролирует себя, и задача тренера вывести гимнастку из этого состояния, как это, привести, привести в чувство, и чтобы ребенок вышел, нормально показал свою работу, то есть это огромная проблема, страшно, потому что сидят много теть, судей, которые оценивают меня, плюс там еще сзади ждет мама, которая, если не первое место, скажет, почему не первое, плюс тут тренер, надзиратель, ну, в общем, конечно, ребенок боится, это тоже я учу, чтобы дети получали удовольствие от процесса тренировочного, как бы сложно не было, от выступлений, это очень важно, потому что гимнастика пролетает, и ты оглядываешься назад и понимаешь, а вообще кайфанул ли я? И ты ну и ты не вроде как и не успел около вот ты встыгла кайфу ну ты в гимнастыка че так и не вдалося я успела я успела э, во-первых я получала кайф сначала когда у меня не было результата я получала кайф от именно от процесса от выступления вот от того что у меня что-то получается потом когда начались результаты вот можно сказать, что я вот как на наркотик подсела, я бы стала зависима от вот этого результата, когда у тебя получается, и когда ты понимаешь, что ты, в принципе, с каждого турнира можешь привозить медали, это так затягивает, то есть это, ну, ты уже, у тебя все мысли, результат, результат, медаль, медаль, хочу медаль. То есть ты не, тебе вообще ничего в жизни больше не надо. И тут, конечно, главное не потерять себя. Я вот последние четырехлетия я получала просто колоссальное удовольствие от того, что я вот становлюсь на пьедестал, поднимаю флаг страны, потом там ты еще не дошел до отеля, а уже там в Инстаграме тебя президент поздравил. То есть от всего вот этого процесса я получала такое удовольствие, я так заряжалась, что я по приезду домой готова была уже идти в зал. То есть для мене Це було дуже важливо. Але цьому передували роки і роки пахоти. Да, Ганна Різаддінова, олімпійська призерка Олімпіади у Ріо. Вона є переможницею, чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Рік тому з'явилася у Києві академія Ганни Різаддінової, власне, де навчають і тренують маленьких художниць. До речі, якого віку у тебе зараз діти? У нас набор детей. Еще очень важно, что у нас не отбор, а набор детей. Это тоже я сделала, скажем так, не просто так. Я сама была примером, когда меня родители привели в зал. Мама меня, естественно, привела не к себе в группу, потому что она тренировала взрослых девочек. Меня привели вот к тренеру, да, младших групп. И тренер посмотрела так меня сканер <laughs> и говорит, так, что это у нас ножки кривые, короткие, бедра что то такие широкие, плечи широкие, шеи нет. В общем, ужас. Тебе после этого вообще уже ничего не хочется, потому что какая-то тетя тебе тут сейчас просто повесила на тебя кучу комплексов, каких-то недостатков. Я помню, насколько это неприятно все слышать, поэтому у меня нету такого, что мы берем только вот красавец длинноногих, мы берем всех деток, потому что повторюсь, ты никогда не знаешь, из кого получится, из красавец или девчонки там, у которой чуть-чуть ниже рост и которая, возможно, чуть-чуть толще, поэтому мы берем всех детей, всем даем возможность а с трех лет у нас идет набор деток с трех до шести у нас младшие группы и с шести и старше у нас идет уже старшая группа, которая выполняет уже разряды, выступает на соревнованиях, то есть мы за год уже ну, много стартов прошли и приезжали всегда с медалями. То есть, на ведь уйти, ковидные часы, Академии Резадиновой, удалось побывать на змаганиях? Конечно, да, проходили турниры. Конечно, там вот в момент карантина, самого такого жесткого локдауна, естественно, никто не выступал, не тренировался. Но вот были вот эти вот проблески, да, там по месяцу, по два, когда можно было тренироваться, выступать, и мы ездили даже на международные турниры. И сейчас готовимся на турнир, такой заключительный в декабре месяце. Но ну, потому что соревнования ⁇ это рост. То есть тренироваться вслепую без стартов, вот то, что произошло перед Олимпиадой в Токио, когда спортсмены год сидели дома, это настолько сложно, потому что спортсмен живет вот этими циклами подготовки от соревнования к соревнованию. Трошки больше року Академии, так? Если я не помню, да, в вересне да, минулого да, ты да. її открыла. Не жалкуешь? Нет, абсолютно. Конечно, иногда просто бывает, что устаю, переутомляюсь, потому что но это такая ответственность за все 62 ребенка. То есть я понимаю, что не могу себе, вот, например, сейчас позволить просто взять и уехать на море. Хотя мне безумно хочется, у меня какая-то это осенняя меланхолия или не знаю. Ты же зимой, там в Киеве сегодня снег уже был. Да, да, то есть вот я чувствую, вот нету ни энергии как-то, вот вот чувствую, вот хочется только лежать в кровати и все, и думаю, поеду я как на солнышко. И я понимаю, что я не могу этого. Хотя вот теоретически могу но с моей вот этой ответственностью да я не могу бросить детей то есть мне надо довести уже цикл до конца вот до там 29 декабря мы до тренируемся и дальше я могу пойти на законные зимние каникулы то есть я уже можно сказать удочерила каждую из этих детей каждая из них ждет от меня результата каждая мама папа, ждут от меня опять же результата, и это определенная ответственность, но это круто, то есть я, вот я сейчас там, где я вот хотела находиться, то есть мне повезло, гимнастика мне дала карьеру, дала работу, дала самореализованность, я, я вот сейчас дальше развиваюсь уже в качестве тренера, и мне это безумно нравится, конечно, я столкнулась со столькими сложностями, не ожидала, но я думала, проще будет. Например? А, комментарии, которые посыпались на меня, то есть за этот год я не была готова к этому. Я думаю, Потому, когда ты была гимнасткой и на на тебя меньше писали таких Конечно, комментариев. Конечно, ну, нет, там уже уважали наши, вот украинцы, да, как бы тренеры, гимнастки, все-таки было уважение. Но никто не был готов к, к тому, что я, скажем так, потесню... Нет-нет, uh, рынок гимнастики, что называется. И мне кажется, все тренеры подумали, что мы не поделим детей, хотя всем, всем хватит, скажем так, в каждую школу хватит детей, да, все хватит. Ну, то есть дети, естественно, начали переходить ко мне, и вот из-за этого пошло очень много конфликтов с тренерами, Uh, много неприятных вещей мне говорили писали то есть я к этому не была готова я думала что если ты уже завоевала себе имя в украине хотя бы да там uh, туда тебя должны уважать а получилось так что я поняла вернее так что гимнастка это было вот в 2016 году а сейчас ты тренер и сейчас ты должна завоевывать себе этот авторитет имя заново уже в роли тренера то есть получилось так ты сказала про неприемный момент с которым ты заштовхнулась и на какие Розраховувала власне у цій А что ты тоже не розраховувала, але воно стало дуже приємним. Я не ожидала, что ко мне придет такое количество взрослых детей. То есть, изначально действительно я хотела открыть академию для удовольствия и для бизнеса. То есть, вот такой был план у нас был разработан бизнес-план один час э -э, аренда зала э -э, вот чисто малышки там с трех до шести лет в удовольствие чтобы я приходила там раз два в неделю набрала себе команду и как бы все но когда в день открытых дверей пришло ну, пришло, во-первых, огромное количество вообще детей, и в основном пришли взрослые, я поняла, что мы меняем вообще всю концепцию, э, уже никакого бизнеса, причем мои менеджеры э, просто кричали на меня, Аня, ты же просто угробишь сейчас бизнес, ну, потому что мы вместо часа арендовываем зал три часа, это абсолютно другая сумма, у нас зал в центре города, и, ну, аренда действительно очень большая. Я сказала, мне все равно, значит, ну, значит, без бизнеса, ну, когда ко мне пришли там 30 человек взрослых детей, и они от меня ждут, ну, я должна им дать этот результат, эту надежду, эту веру, ну, я по-другому не могу. Поэтому, в общем, бизнес мой накрылся, пошла, пошла такая настоящая художественная гимнастика. Зараз ты можешь порівнять, тренуватый или тренироваться, что сложнее? Когда ты тренируешься ты работаешь на себя и ты понимаешь все что, что ты вкладываешь ну, но она рано или поздно даст отдачу какую-то да а здесь когда ты тренируешь ты также выкладываешься там на все 100 в и не всегда получаешь отдачу, потому что бывают недовольные родители, бывают недовольные дети, это все существует, бывают негативные комментарии, хотя вроде бы ты все сделал да, там для тренировки, все условия создал ребенку, но все равно есть люди, которые недовольны. И ты либо есть такой фактор, как ко мне переходят дети, так я понимаю, рано или поздно и от меня будут переходить дети, от этого никто не застрахован. И это также неблагодарный момент, потому что что ты вкладываешь, вкладываешь в ребенка, а на каком-то этапе ребенок решил перейти к другому тренеру. Это очень сложно и болезненно воспринимается тренером. Поэтому, конечно, выгоднее, скажем так, быть гимнасткой, потому что, ну, есть отдача. У тебя, как спортсменка, была мета олимпийская медаль. У тебя, как тренера, какая мета? У меня сейчас цель помочь и реализовать мечты э, каждого ребенка вот, вот так я не хочу вот я не люблю вот этих громких слов там я воспитаю там олимпийскую чемпионку или там я стремлюсь получить заслуженного тренера украины нет нет это не про это то есть чтобы воспитать олимпийскую чемпионку ну это нужно скажем так пожертвовать всей своей жизнью, что в общем-то я делала уже, да, готовясь к своей Олимпиаде, я так больше не хочу. То есть это ну, нужно действительно не иметь семьи, не иметь ни детей ничего, вот заниматься только вот гимнасткой, да, это крайне сложно. Я хочу реализовать, помочь деткам, то есть я даже тренером себя не называю, потому что для меня тренер это моя мама. Это, например, вот Дерюгины, которые всю жизнь посвятили гимнастике, и там уже десятый цикл выводят на Олимпиаде девочек. А я только первый год э, тренирую да, детей. То есть я сама еще учусь, набираюсь опыта. Я скорее наставник. Вот наставник, помощник я максимально передаю весь свой опыт детям. Вот все, что я знаю, все, что вот я вот в гимнастике научилась, да, я все передаю, вплоть до того, там, какую ленту лучше покупать, какая удобнее, там, как нужно обматывать булавы. Ну, то есть какие-то такие мелочи, вот, которые я знаю, я все это передаю детям и помогаю им вот достичь результата, Конечно, самая такая глобальная мечта – это подготовить гимнастку для сборной команды Украины, то есть вот привести в один день Ирине Ивановне Дерюгиной сказать вот вот смотрите, я подготовила. Убить, что хочет. Да да да, я подготовила, дальше уже ваша работа. Я впевнена, що все про що ти тут говориш, про що ти мрієш обов'язково здійсниться, тому що я знаю тебе як дуже цілеспрямовану людину, якій вдалося за колосально короткий термін вивчити і заговорити нею, навіть коментувати спортивні змагання це дорогого варте. Тому і книжку видала. Академію запустила. Ну тепер чекаємо на ту, кого ти приведеш до цієї студії за кілька років і скажеш: ось передаю до збірної з художньої гімнастики. Різандінова, Олімпійська призерка з художньої гімнастики, засновниця Академії Різодінової сьогодні у Києві в інтерактів була. Звати мене Світлана Василенко. Ви не забувайте, я лайки. Люблю. Знаєте, як люблю я лайки? А ще коли ви ставите дзвіночок на наш канал Київ 9 у Ютубі, ви завжди можете отримати кожне свіже відео. Залишайтеся з нами і слухайте Київ дев'яносто Почуємося. Побачимося. Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я. Знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ-інтерактивна. Слухай зараз: Київ-інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Київ, по інтерактив зі мною.